Добрый день, дорогие друзья! С вами Некрос, и мы продолжаем проходить Guns, Gore and Cannoli. Итак, уровень сложности, конечно же, невозможный. Поехали. Поехали, так. Осторожно. I can do this all day. Ага. Опасно. Очень опасно. Ну, пока не сложно. Пока все нормально. Я так понимаю, дальше не пройти. Нам поверху, по крышам. Опасно. Опа. Там, наверное, патроны какие-нибудь в доме, нет? Нет, тут ничего нет. А вон наверху что-то. Я же вижу. Оружие. Хорошо. А, тут никак. А, нет, их можно просто сбросить. Вот тут посложнее. Тут надо в голову попасть. Это что такое? Что это? Там пулеметчики, что ли? Опасно. Вот такого я не ожидал. А вон он. У него тоже Томми Ган. А, нет. А чё? Они такие бронированные, что ли? Их там несколько. О, тут надо что-то посерьезнее. Тихо. Ладно, давай так. А, гранат нет. А, у них каски. Мне не пробить никак. Что же делать? Ну, так, разве что. Пока не сложно. Вот уже сложно, уже сложно. Хорошо, что сохранялка. Так, а внизу-то у нас... Ого. Ну, одно радует. Они не стреляют, если в них стреляю я. Я перебиваю их просто. Все, теперь ждем. Тихо. Я не думал, что они даже так умеют прыгать. Вот не думал. Бочки-то... Оу. Опасно.
очень-очень опасно. Максимально опасно. Что происходит? Как я выжил? У меня вообще здоровья там нет. А тут, кстати, аптечки тут эти вот. Они много восстанавливают, да? А вниз, наверное... там это... Не знаю, попробовать что ли вниз. Не, ну тут вообще я даже не знаю. Еще и эти тут. С ума сойти. Если я вниз спрыгну, они меня бочками убьют. Во, красиво. А бочки-то, наверное, до сих пор могут дамажить. Я уверен, что могут. Проверять не буду. Бежит. Это что? Что это? Кто это? Ты кто? А я не могу стрелять поверху-то. Кто это такие? Как мне в них попадать? А, они оба умерли, что ли? А, да. А почему так? Нормально. Только не вы. Давайте так сделаем. Он сейчас подойдет. И мы вот так. Во, а этот живой. Нормально. Хорошо. Мясник. Перезаряжайся скорее. Что-то новенькое. А как я выжил? У меня такой вопрос. Как я выжил? У меня здоровье, вон. Его как будто бы нет. И огнемет при этом достал. Хорошо. Только вот вопрос, куда теперь? Не-не-не-не-не, у меня мало очень здоровья. У меня его вообще нет. Не надо. Я даже боюсь дальше идти. Нужна сохранялка. Что было? Это нормально сейчас по-вашему было?
на меня мясник упал. Прям на голову свалился. Нет. Жесть. Во жесть-то, а. Я даже рисковать не буду, я вот так сразу сделаю, и все. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо! Нет! Где он? Вот почему, когда у меня мало жизни, такая ерунда начинается. Страшная. Там сохранялка, по-моему. И как? Вот как? Но никак. Нормально. О, да тут смотрите что. А она может отлететь? Окей. Отлететь может? Но это тоже вариант. А, так не пойдет, да? Но, в принципе... Все, все нормально. Че там? Это кто? Спокойно, спокойно. А кто это был, кстати? Не надо, не надо! В смысле? Не надо, не надо, жизни мало. Что за каски-то у них такие? Что такой выстрел выдерживают? Уж что? У меня опять мало здоровья. Но теперь уже чуть-чуть побольше. Совсем чуть. Тихо. Ой-ой-ой, они же... Давай перезаряжайся! Происходит. Еда? Не-не-не-не-не, уходи. Не понял. Патронов, конечно. Совсем-совсем немного. Придется опять жадничать патроны. Да что ж такое? Все, мимо да мимо. Ага. О! Да вот нет, патронов-то у тебя не хватит.
это уже проблема. По ногам стрельнул. Невыгодно получилось. Давай. Ну? Ну вот, сблизи убивает. Так, вот, вот, о-о-о. А, он не может по мне попасть. Но. Зато. Зато что? Зато я могу... Всё? А как я... А как я могу спрыгнуть вниз, вопрос? Там же патроны. А, прям вот так спрыгивать. Да ладно. Я думал, что не получится. Так, патроны чего? К чему мы взяли-то их? Непонятно к чему. Ну, вообще их нет просто. Закончились. Оп, все. Ну и куда он ушел? Я его из-за экрана не вижу. Я слышу, слышу, они там. Отойди. А тут, кстати, огнемет посильнее стал гораздо, чем во второй части. Оу. Ну, здрасте. О, тихо. Get busy dying, pal. И как так понимать? А там, по-моему, была эта сохранялка, нет? Как он по мне не попал-то вообще? Бам! Там что-то есть. И патроны в том числе. О-о-о. А вот это плохо. Вот как вот, вот. Не имея возможности стрелять. Один удар и все. Этот без оружия. Good thing I don't have to clean this mess up. Ой, зря я это сделал, по-моему. По-моему, я это очень зря сделал. С ума сойти. Ой-ой-ой, он же взрывается, я и забыл. Опасно. Очень опасно. Что это? Патроны какие-то. Гранаты. Сохранялка. Отлично. Опа! Привет! Ворвался. А, это гангстер. Ты чё? Больной совсем. Да ладно. Это мы еще во второй части игры слышали. И всё, что ли? Ого! Это быстро, это очень быстро.
Ладно, хочешь по... О! По-плохому? Будет по-плохому. А где этот-то? Что-то я попасть по нему не могу. Так, что это? Тук-тук. Слушайте, эти хитрее стали. Серьезно? Что у них? Бронированные головы какие-то. Что за ерунда? О, все. Все. Это нет. Это так. А, даже жизни восстановили, которые у меня были до этого. Ай, ну зачем? Эти не атакуют, да? А, они еще и по низу стреляют. Нормально. Они вообще хитрющие. Ток-ток. Да ну. Гранат сейчас кинет, да? Ой-ой-ой! Что ж сделал-то я? Тихо. Они еще хуже, чем зомби, по-моему. Ты меня не видишь? Вот он я. Stop screaming like a girl and take it like a man. Ага. А, я так не попаду. Нормально. Мне вообще не попасть из-за этой печки. Воу. А на бегу он стреляет очень-очень плохо. Я заметил. Хорошо, Томми Ган. Не ожидал, да? Я тут. Бежит, смотри. Бам! О, там в машинке есть что-то. Ой, они же это. Ловить подарок.
Ты чё? Ты... Вы видели? Он специально машину взорвал, чтобы меня убить. Как это понимать? А, вот и зомби. Старые знакомые. Чё? Вон он с этой вот поделились, да-да. Спасибо, парень. Помог. Так у меня патронов столько нет. Вы что? А, угу. умный, да? Так, это, наверное, убивает, нет? Шину-то. Не-не-не-не-не-не-не. А я не горю, да? I love the smell of burned zombies in the morning. А он пони застреляет. В принципе, бояться нечего, тем более, что пистолетные патроны, они сбивают ему эту очередь. Так, спокойно. А, он еще остался, смотри. С такой высоты разбиться, вот так это, конечно, надо уметь. Что ж, башка рассыпалась. О, ребята, ну, для этого у меня есть... Так, спокойно. Ну, так не получится. Так не получится. А получится вот так, наверное. Вот так получится. А, так тут вот, вопрос решается старыми добрыми бочками. Лекарства от зомби. В смысле? Так. Дальше идти нельзя, только хуже будет. А, он умер от удара ногой, нормально. Вау-вау-вау-вау-вау. Уйди. Чё ж так все плохо-то тут? Не теряй голову. Ха, смешно. Ну, бочки, это понятно все. Такой взрыв, тоже звук заглючил. Но... Как это мы быстро сейчас. И это не помогло в этот раз. Плохи дела. Попал, ты смотри, а. Там бочками-то кидается. А не обратно еще? Да ладно. Опа. Ой-ой-ой, все. Какая-то прям улица. Страшная. Жесть.
Ты такой жирный-то, а? Ужас. Ра. Да, дробовик очень тут спасает, конечно, невероятно. Очень неживучие, ужас просто. Так. Ну ты издеваешься. Издевается. Так, тут, наверное, тут их двое. Как-то надо... О, удачно. Вот сейчас удачно. Тихо. Отовсюду. А это живое. Нормально. Тут, видимо, придется. Патронов совсем не хватает. Совсем все плохо с патронами. О, нормально. И этих еще убило. Ау-ау-ау-ау-ау. Отлично. Нет, плохо. Плохо, очень плохо. Этот без пистолета. Все нормально. Очень плохо. Да ладно, на том же самом месте. Это место будет сложно пройти, я чувствую. Нормально, они сами. Сами сожглись. Не рассчитали высоты, видать. Так, тут у нас такое неприятное место. Ну, поехали вот так. О, очень плохо все. Жизни опять нет. И я не знаю, что теперь делать.
Да ладно, это кислота. Ну, это старый добрый каноли. Сложный. Не, ну слушайте, ну так не пойдет. С такими жизнями так дело не пойдет. Опять бочки. То есть, на самом деле, вот эти вот автоматчики, они слабые. Им нужно просто по ногам стрельнуть, они падают. А это сверху. Ужас. Ну давай, сейчас мы как-нибудь... Бочка по голове получила. Долетался. А, бочка-то все равно дамажит. Ты посмотри, а. Ты посмотри. Бочка там... Тут я никак. Ну, тут разве что... Тут разве что... Ой, молодцы! Сами все сделали. Так. Все равно дамажит. Все равно жизни не полные. О, это с пистолетом. А тут надо было просто разбить. Да. Ну давай. Тихо-тихо. Никого нет. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Помогите. Бомс. Не надо. Она бежит за мной. И бочки. А вот что делать мне с ними? Если они дамажат на обратном пути. И вот сейчас что-то произойдет. Что-то сейчас произойдет. Кто-то побежит. Спокойно. Не надо, не надо. Только не говорите... Я не знаю, что теперь делать. Только не говорите, что они теперь будут постоянно эти бочки кидать. Я не пройду тут никак. Все. Я тут никак не пройду. Они бочки без конца кидают. Это нереально пройти.
цепочки бесконечные. Все, тут бы я никак не прошел. Потому что бочка. Так, давай заново. Я должен хотя бы вот эту улицу пройти как-то. Он живой? Главное, я и в них не попадаю, и в шарик не попадаю. Ну как так? Вас немного? Жесть, он неубиваемый. Уходи. Ну, кстати, эту бочку как раз-таки можно использовать потом. Главное, чтобы она меня не убила. Да, с патронами вообще все очень плохо. Что же делать-то, а? А если бочки пойдут? Ну, вот эти вот, которые деревянные, что я буду делать? Ой-ой-ой, не надо, портишь мне жизни. Так, вот здесь я проигрываю постоянно. Постоянно. Хоть с огнеметом ходи. Так, он умер, походу. Так. Он умер. Да, с бочкой, да. Так это сохранялка и была. С ума сойти. Это я все это время до сохранялки доходил? Сложно. По-моему, сложнее, чем вторая часть, мне даже кажется, где-то. Может, я просто отвык? Оу. There's pieces everywhere.
наверх сможет забраться? Может. А, нет, не может. А, не может. Тупит, тупит. И бочки, конечно же. Ну куда уж без них. А что они так это... Катятся-то? Катятся еле-еле. Ты что, не стараешься, друг? Жесть, конечно. Город превратился во что-то очень страшное. Ой-ой-ой. Сразу столько пуль. Это что? Откуда это? Я этих гранат не видел. А, понял. На самом деле, это решается... Ой-ой-ой. Вот так! А, они убегают. Они не дураки. Как бы мне попасть-то по нему, а? Нет, не все. Как это понять? А как это пройти-то? Это только с этим надо. С огнеметом. Так и не добежал. Я уже половину жизни потерял, просто так. В смысле? Ау-ау-ау-ау, ты куда? И главное, ему, я так понимаю, вообще все равно. Его не относят этой отдачей, да? Ну, нормально. Просто получил... дубины, а я даже не смог от них убежать. Вот когда эти футболисты появляются, вот это, конечно, да. Это проблема. С ума сойти. Даже голова не отлетела. Так, а может быть вот так сделать проще? Да, так гораздо проще.
И все, даже... Вот. Не надо. О, я понял, что сейчас будет. Вот, вот для этого мне понадобится как раз... А бочка-то рванет. И что делать тогда? Тихо. По ногам. И... Я так понимаю, все. Все. Так. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!